Здравствуйте, это программа «Тема дня» в студии Дмитрий Нечаев. И сегодня мы вновь в прямом эфире обсуждаем очень актуальную тему. Продолжается, к сожалению, распространение пандемии коронавируса. Он достаточно победоносно пока что шествует по миру. К счастью, в нашей стране удается пока сдерживать вот такое вот бурное развитие этого заболевания, как это происходит, например, в Европе или за океаном, то, что мы видим. Это я еще раз хочу сказать, что все это зависит от нас. Но сегодня мы уже начинаем все больше говорить, основываясь на позитивном опыте таких стран, например, как Китай, где уже снимается карантин, где уже даже то логово, это очаг этого заболевания, в котором это все произошло, город Ухань, он уже снял карантин, и уже там идет восстановление, в том числе и восстановление экономики. И сейчас мы все больше начинаем говорить не только о медицинских последствиях от этого страшного катаклизма, а уже больше начинаем говорить об экономических последствиях. Дело в том, что, конечно, мы оптимисты, и мы знаем на опыте других эпидемий, которые наша планета переживала, мы знаем, что, конечно, она будет преодолена. Это не самая страшная эпидемия, которую переживало человечество. Более того, мы сейчас гораздо более вооружены в плане медицины, технически. Конечно, он будет преодолен. Но дальше важно так, чтобы мы вышли из него не с разорванной в клочья экономикой, так, чтобы мы не остались голодными, так, чтобы у нас не рухнули все бизнесы, и так, чтобы мы могли дальше жить, развиваться, и чтобы мы вышли не растерзанными из этого катаклизма, а чтобы мы вышли, лучше всего закаленными и с сохранившейся экономикой. Вот я сейчас, когда готовился к эфиру, взял статистику о том, какие времена переживает бизнес. Вот посмотрите, вот на этом небольшой в этом рисунке, здесь отображено, как вот посещаемость падает у крупных торговых центров. Вот здесь данные сравниваются с тем же периодом, начало апреля прошлого года. Так вот, если еще, например, 17 марта было всего 0,2% падения посетителей в центрах крупных торговых, то на сегодняшний день уже минус 72,9%, почти минус 73% посещаемость. Вы понимаете, что это, в принципе, крах для бизнеса. Сегодня мы будем говорить с экспертами о том, как сделать так, чтобы этого краха не было, как сейчас помочь предпринимателям. И уже совершенно очевидно, что без мер господдержки здесь не обойтись. У нас сегодня в студии очень серьезный состав экспертов. Давайте я представлю наших гостей. Михаил Окорков, координатор проекта «Мой бизнес» в Тверском регионе. Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав бизнесменов в нашем регионе. Оксана Толкаченко, заместитель директора Института экономики и управления Тверского госуниверситета. Добрый день. И Юрий Копцев, предприниматель в сфере туризма, в сфере рекреационных услуг, в сфере поддержки спорта, молодежи. То есть в той сфере, которая наиболее сейчас пострадала и подвержена тем негативным последствиям, которые у нас происходят в экономике. Давайте сейчас поговорим о том, какие в первую очередь меры поддержки требуется с точки зрения бизнесмена бизнесу. Давайте начнем с вас, как главного в данном случае участника и главного героя всего этого действия, которое сейчас разворачивается и у нас в стране, и за рубежом. Но сегодня мы больше говорим о нашей стране, о нашем регионе. Что сейчас в первую очередь нужно бизнесу? Спасать его нужно, бизнес. Одним словом, нужно спасать. Сейчас, причем я хочу отметить, что я говорю не про свой бизнес. Мой бизнес утонул, и, скорее всего, мне придется по новой отчаливать от берега, после когда все это закончится, да, либо там в старом бизнесе, либо в новом бизнесе, не знаю. А нужно спасать те рабочие места, которые на сегодняшний день еще пока функционируют, еще пока предприниматели тащат на себе каким-то образом, так или иначе. Это первый момент. То, что сейчас заявляется, да, это в основном декларативно. На самом деле реальных мер поддержки практически нет. Мер поддержки. Каких реальных мер поддержки идет речь? Что конкретно нужно? Дать денег? Конкретно начать хотя бы с того, чтобы не брать денег. Конкретно не отсрочки давать по налоговым платежам, а отменять налоговые платежи. Отменить кадастр, чтобы арендодатели могли не взимать аренду, чтобы они могли понизить эту аренду. Сейчас же бизнес платит за все. За аренду, за зарплаты. При этом государство в лице нашего премьера... Налоги, да. При этом государство в лице нашего премьера стоит с ножом у горла и говорит, и угрожает уголовной ответственностью, административкой за то, что начнем увольнять. А чем платить? Платить нечем. Справедливости ради скажем, что недавно состоялась, уже стала притчей в языцах вот эта линия с президентом, на которой присутствовала руководитель известной сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, которая, кстати говоря, это и сказала президенту о том, что говорит, мы сейчас начнем неизбежно увольнять сотрудников, сокращать коллективы, и к нам что, вы подошлете прокурор? Президент ее на этот счет успокоил, сказал, что точно нет, точно не ждите, что вас будут карать прокуратура. Вы знаете, я смотрел, внимательно слежу в последнее время за заявлениями нашего президента, параллельно на земле пытаюсь общаться с налоговой, с банками, с центром поддержки «Мой бизнес»,
уполномоченным по правам предпринимателей, с Минэком. Люди на земле не знают, собственно, как, что работает, какие. Я могу привести простой пример. У нас озвучивали одну из первых мер поддержки, это компенсация по невозвратным билетам для туротрасли. В Твери мне ни один человек, ни один чиновник не смог внятно, разумительно ответить, как это работает. Нигде. Я не буду перечислять, у меня килограммы моих звонков записанных, да, там, я не знаю, можно уже это часы, наверное, не знаю, сколько там я прозвонил во все инстанции, не могут объяснить, как это работает. И на сегодняшний день, соответственно, это просто не работает. Люди не понимают. На местах местная власть тоже не понимает. И я ее не виню в данном случае. Я обращаюсь, ну, хочу обратиться, докричаться, достучаться до федеральной власти. Сейчас все в их руках. Горит пожар. Сейчас пока заводят пожарные машины, у нас все сгорит. Не знаю, не буду ругать. Давайте я сейчас скажу за федеральную власть, скажу о том, что делается. Во-первых, были предложены, разработаны несколько пакетов поддержки бизнеса. Начиналось все с каких-то, ну, достаточно на сегодняшний день скромных 300 миллиардов рублей, которые предлагало правительство. Это еще было 17 марта. Вчера уже была объявлена совершенно другая сумма, 1,4 триллиона рублей в поддержку малого и среднего бизнеса. Давайте мы зададим этот вопрос, ну, наверное, Михаилу Окорокову, да, как ваш, вам, как координатору проекта «Мой бизнес». Скажите, вот эти деньги реально, они начинают уже доходить до предпринимателей, которые тонут, как вот нам только что сказал Юрий? Или это пока еще отложенные меры, которые начнут действовать там, через месяц, через полмесяца? Значит, ситуация следующая. Во-первых, на федеральном и на региональном уровне сформировано по первому пакету поддержки предпринимательской деятельности. Понятно, что с развитием ситуации и с пониманием того, сколько это продлится и какой ущерб несут предприниматели, эти пакеты будут дорабатываться и расширяться. Эти пакеты, во-первых, предусматривают расширение финансирования и упрощение условий для получения существующих мер поддержки, такие как льготное кредитование и так далее. Вот эти меры уже работают. Да? Соответственно, центр «Мой бизнес» продолжает работу в штатном режиме. Можно обращаться уже сейчас за действующими мерами поддержки. Новые механизмы в экстренном порядке, как на федеральном, так и на региональном уровне формируются. Мы видим, что Государственная Дума вот с начала этой недели в день в трех чтениях принимает целый комплекс законопроектов по отсрочкам, по налогам, по их уменьшению. Соответственно, эти механизмы сейчас экстренно формируются, и действительно часть мер поддержки пока еще недоступна, например, такая, как компенсация по невозвратным авиабилетам. Можете привести примеры мер поддержки, которые работают реально на сегодняшний день? Какое льготное кредитование? Я вот, когда ехал сюда, я звонил в банк. Я звонил в банк по поводу зарплаты, вот этих кредитов. Получение кредитов на зарплату, да, без процентов. Да, абсолютно верно. Я звонил в один из крупных государственных банков. Во-первых, не все банки включены в эту программу. Во-вторых, мне сказали, чтобы вы получили кредит, у вас должен быть расчетный счет в нашем банке. То есть, да, мне нужно конкретно. Во-вторых, у меня должна быть зарплатная программа, должна была быть оформлена до 1 января текущего года. Зарплатный проект. Зарплатный проект в этом банке. Соответственно, условно говоря, фитнес-тренер, парикмахер, я не знаю, частный предприниматель. А какие у них зарплатные проекты? Откуда у них? Какая, значит, поддержка? Эта мера не работает. Это у нас в Твери по пальцам пересчитать предприятия, у которых вот эти зарплатные проекты были. Вот Юрий, поясняю. Значит, это далеко не единственная мера по льготному кредитованию. Те кредиты, которые Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства выдавал ранее, они выдаются сейчас и внесены уже коррективы в части того, что на заработную плату можно тратить средства данного займа. Это первое. Секунду. Под залог они выдаются. Под залог. Откуда сейчас второе, Юрий, давайте мы с вами будем как-то спокойно общаться. Второе. Введена новая программа, беззалоговая. Программа так и называется «Доверие», где субъекты предпринимательства малого и среднего могут получить займ до 500 тысяч рублей оперативно, без залогового обеспечения. И 70% этой суммы можно потратить на выплату заработной платы сотрудников. Прервемся буквально на 3 минуты и обязательно продолжим. Самая главная актуальная информация буквально через 3 минуты. Никуда не переключайтесь. Итак,
Итак, мы продолжаем разговор. Мы сегодня обсуждаем, сможет ли бизнес, малый, средний бизнес, преодолеть вот те кризисные явления в экономике, которые сейчас совершенно очевидно разворачиваются и нарастают пока на фоне борьбы с коронавирусом. Я давайте еще раз напомню, что в студии у нас сегодня эксперты. Это Михаил Окорков, координатор проекта «Мой бизнес» в Тверском регионе. Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Юрий Копцев, предприниматель в сфере туризма. И Оксана Толкаченко, заместитель директора Института экономики и управления Тверского государственного университета. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 300-190. Если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу, вопрос такой. Звоните, и как вы считаете, вот сейчас очень много бизнеса закрываются, даже с перестраховкой. Как вы считаете, правильно это делать? Обоснованы это меры? Надо ли закрывать магазины, супермаркеты и так далее, торгующие непродуктами? Или все-таки лучше дать бизнесу возможность работать, и это ответственность граждан? Граждане должны ходить в перчатках, надевать маски, не трогать лишний раз там какие-то предметы и сами обеспечивать безопасность, но так, чтобы бизнес выжил. Как вот вы считаете, ваше мнение? Давайте сейчас дадим слово уполномоченному по защите прав бизнесменов, предпринимателей Антону Стамплевскому. Вот у нас сейчас здесь немножко есть разделение мнений. Предприниматели считают, что вот эти меры, да, они вводятся, но они вводятся на бумаге, а на деле механизмы еще не отработаны, то есть реально эта помощь не доходит до тех, кто в ней сейчас просто экстренно нуждается. Не завтра, не послезавтра, а экстренно, вчера еще нуждается. Вот, Антон Владимирович, у вас много поступает обращений от предпринимателей. Что они говорят? Что говорят те, для кого эти меры поддержки разработаны? Я напомню, на 1,4 триллиона рублей. Ну, это пока, скажем так, тоже сумма достаточно декларативная, хотя, возможно, на первом этапе было бы достаточно, да, для того, чтобы бизнесу помочь. Эта перепалка еще раз свидетельствует о том, что ну, не все меры поддержки оказались продуманные, и не все, далеко не все, они основаны на мнении предпринимателей, на реальности. А их вообще слышат предприниматели? Есть обратная связь? Когда как. Ну вот, например, сегодня мы буквально час назад закончили наш федеральный селектор всех уполномоченных по стране, сверяли часы от Приморья до Калининграда, как происходит, какая ситуация, какие меры поддержки нужны дополнительно. Борис Юрьевич Титов его проводил. И, к сожалению, вынуждены констатировать, что большинство предложений, в том числе и на федеральном уровне, они пока в повестку не вошли. Ну, например, это и касается наиболее пострадавших отраслей. Сейчас только ленивый не поругал как бы эту всю систему, хотя там, там компании такие, как у Юрия, наоборот, скажут, вот нормально у нас и туризм, и общепит, и все прочие поддерживаются. Друзья, но это же как бы эффект карточного домика. Мы же понимаем, что происходит, да, и каким образом там страдают грузоперевозки, каким образом отражается на экспортерах, каким образом сейчас торговые организации, для которых для многих введены ограничения, пострадали, частная медицина и так далее, и так далее. А уж можно... рекреационный бизнес, рестораны, вот это все. Кафе, можно продолжать, но рестораны, кафе и туристический бизнес, они как раз попали, в том числе и в региональный перечень приоритетной поддержки. Вот мне кажется, это, коллеги, не совсем правильный подход, когда мы начинаем делить, делаем какие-то реестры, перечень предприятий, мы сразу же сеем рознь внутри предпринимательского сообщества, раз. Во-вторых, ну, все бизнесы практически связаны между собой. Один поставляет другому, третий потребляет, другой продает, четвертый рекламирует. Кстати, средства массовой информации, рекламный бизнес, который сейчас очень сильно просел, там, наружная реклама, они вообще не попали ни в какие перечни поддержки. Это, наверное, неправильно. Поэтому здесь нужно принимать системные решения на, и на федеральном уровне, как то разделение все-таки расходов предпринимателей на фонд оплаты труда. Иначе, то есть речь не о спасении уже предпринимателей, а о спасении рабочих мест. Это надо понимать. Сути, да. То есть если не будет оказана экстренная поддержка бизнесу, в первую очередь, бизнесу, который формирует занятость в стране, это средний и малый бизнес, то мы не просто предприниматели не досчитаемся, а действительно, скажем так, даже, может быть, уровень преступности, не дай бог, будет меняться, потому что людям через там, 2-3 месяца негде будет работать и не на что будет покупать там, продукты тоже первой необходимости. Поэтому и социальные страховые взносы, то, что сейчас с 1 апреля уже, да, снижены ставки в 2 раза, и, наверное, я соглашусь с Юрием, не отсрочка для малого, в первую очередь, бизнеса, по не отсрочка по налогам, а настоящие налоговые каникулы. Вот это ключевой момент. Наш регион здесь отчасти услышал, сейчас законопроекты разработаны по сниженным ставкам по упрощенной системе налогообложения и по патенту, но, опять же, это очень узкий сегмент видов экономической деятельности. Там лесопереработка,
Общественное питание, там много организаций. Туризм, да, соответственно. Туризм, но это очень-очень узкий сегмент. Это первое. И второе, при принятии и дополнительных мер поддержки нужно учитывать еще не только, как пострадали отрасли от самого коронавируса, а от тех ограничений, которые введены на федеральном и на региональном уровне. Потому что зачастую, ну скажем так, дополнительные ограничения, они как раз и поставили под угрозу существования многие отрасли. В этой связи, что есть сейчас уже просто, я сказал уже, это страховые взносы, но тоже все-таки на сумму заработной платы, которая превышает МРОТ. Да? Ну, это не для всех там удобно, комфортно и, наверное, сработает. Второе, это то, что уже сработало, это мораторий на проверки, но получается иногда, и нам эти обращения поступают почти каждый час, на местах главы, отдельные чиновники перестраховываются. Или там сотрудники полиции, может быть, которые путают свои полномочия, возможно, да, и иногда злоупотребляют ими, когда они там закрывают, как сейчас говорят предприниматели, отдельные объекты. Все-таки нужно разъяснять, кто чем должен заниматься, кто за что отвечает. И если там человек... Вообще неразберихи очень много сейчас, конечно. Мы понимаем, что это впервые у нас происходит в стране. Все такого, с колес, в мире, такого, Дмитрий, все, конечно, с колес, но здесь, мне кажется, очень важно доступным образом довести информацию до каждого адреса. И здесь как раз вот помощь органов местного самоуправления, она неоценима. Мы все-таки рассчитываем и органы государственной власти, отраслевые министерства. Потому что сейчас какой-то испорченный телефон какой-то. Мы вот пользуясь там, эфирами на вашем телеканале или там, на радио выступаем, пытаемся донести позиции, кому можно работать, кому нельзя, при каких условиях, какие периоды, с какого времени и так далее. С разъяснительной работой есть определенные проблемы. И есть проблема с действенностью мер поддержки. Вот Юрий сказал, аренда. Да, неплохо, у нас тоже отсрочки по аренде предусмотрены на 6 месяцев. Но почему-то не поддержали расчет пений, штрафов, процентов за просроченные платежи. Странно. Или не, почему не сделать дисконт на 1-2 месяца, как частный бизнес делает. Торговый центр говорит, хорошо, давайте вы мне за 12 месяцев заплатите, как за 10 или как за 9. Он сохранит тем самым арендатора. Москва вчера приняла второй пакет поддержки и дополнительно помогает тем же, кто платит имущественный налог, ну, если они идут навстречу арендаторам, да, помогают арендодателям. Взаимосвязано все, в городах особенно. Поэтому в этой связи вот, меры поддержки, мне кажется, должны быть более смелыми, более решительными и направлены на... Ну, на сохранение рабочих мест. Оксана, вот скажите, с одной стороны, мы видим, что беспрецедентные суммы выделяются 1,4 триллиона, выделено федеральным центром на поддержку предпринимателей. Ну, это очень большие деньги, исходя из того, какой у нас бюджет, да, в России. А при этом мы видим, что предприниматели жалуются о том, что они... В чем проблема? Вот не отработан механизм, или это не те меры, не на то выделены? Почему не работает? Ну, знаете, надо не забывать, что экономика – это система. И все элементы, которые слаженно работают внутри нее, обеспечивают определенное развитие и рост. И да, конечно, без господдержки не выжить ни бизнесу, однозначно, ни малому, ни среднему, это понятно. Сегодня, но да, надо учитывать и еще один момент. Вот смотрите, меры, которые предлагает государство, да, они, может быть, не внедрены так быстро, как было бы необходимо, потому что экономика тоже у нас больна коронавирусом, и мы понимаем, что ждать, пока примут решение и впишут эти меры в наше правовое поле, которое будет работать, это требуется определенное время. И в это время работают предприниматели, которые терпят убытки, которые сегодня вот уже неделю как не работают. Да, безусловно, меры, которые предлагает государство, они должны быть нацелены на помощь в каком плане? То есть предпринимателям надо помочь сократить постоянные издержки, постоянные затраты, поскольку это позволит им быстрее выйти на порог рентабельности, это обеспечит их выживаемость. Но есть еще и второй момент. Это можно сделать каким образом? Правильно сказали. Через снижение, через отсрочку арендных платежей, да, через ряд других мероприятий, которые позволит сократить постоянные издержки. Но опять это все общее, не конкретно. Например, мы должны не забывать, что те же бизнесмены, они платят у нас за коммунальные услуги, за ту же электроэнергию. Почему бы не пересмотреть на сегодняшний момент тарифы, снизить, да, для бизнеса? Также еще нужно понимать следующее. Все эти меры, они будут бессмысленны, да, вот эти по сокращению постоянных затрат, если не будет конкретной деятельности предпринимателей, то есть то, что обеспечивает им выручку. Если они не будут ни производить, не оказывать
оказывать услуги, не выполнять работы, это будет бессмысленно. А сегодня мы видим, тот же туристический бизнес, возьмем как пример, куча малых предприятий в нем сегодня сосредоточена. Кто знает, когда смогут они реально осуществлять свою деятельность в полном масштабе, да даже хотя бы на 50% от того, что было 2 или 3 месяца тому назад. А вы полагаете, что это зависит именно от решения государственных органов или от развития ситуации? Безусловно, это не 100% зависит от государственных органов, но без этого, если деятельности реальной не будет, да, то и эти поддержки, они будут бессмысленны. И вот я думаю, что вот эта полугодовая перспектива по мероприятиям, она мала для того, чтобы действительно поддержать бизнес. Поймите, что через полгода не все предприятия малого и среднего бизнеса выйдут хотя бы на 50% доходности, ну или даже вот объем выручки, да, которые они получали 2 или 3 недели назад. Справедливо ради скажем, что принимается первый пакет, второй, никто не отменял возможное принятие 3-го, 4-го и 10-го пакета. Михаил, я вижу, что у вас есть что дополнить, да, по этому вопросу? Да, у меня есть что дополнить и к словам всех выступавших до меня. Значит, ну, первое, противоэпидемиологические мероприятия нужны. Но в этом не сомневается никто. Угу. Большая часть населения высказывает мнение, что эти меры даже недостаточно жесткие. Да? И мы видим сильное снижение по вашему графику посещаемости в торговых центрах. Именно с момента введения жесткого режима самоизоляции в Москве. Кстати говоря, знаете, как, на какую группу товаров, на какой товар сильнее всего вырос спрос в Москве в первый день режима самоизоляции? Так это же известно. Гречка, туалетная бумага, нет, маски. Нет, в первый день режима самоизоляции в 4 раза вырос спрос на шампуры, коллеги. К вопросу об ответственности граждан. Это в Москве. Почему федеральная власть перекладывает эту ответственность на плечи граждан? Почему федеральная власть не вводит режим ЧС? Я тоже за ужесточение. Нужно вводить жесткие меры. Но это прерогатива федеральной власти. Естественно. У нас в договорах форс-мажоры стоят, они не действуют сейчас. Давайте мы не можем использовать такой пункт договора, как форс-мажор. Давайте мы будем адресно направлять эти замечания. Я не являюсь представителем федеральной власти. У нас получается интересно, мы в какой парадигме сейчас находимся? У нас сейчас официально нерабочая неделя. Официально. А при этом приходит ОМОН, закрывает магазины, закрывает бизнес. И ну, я ОМОН за... не приходит. Ну, коллеги, давайте. Коллеги, мы не будем. Предприниматели, мне вот... Коллеги, одна бабка сказала, хорошо, ОМОН не приходит. Хорошо, полиция приходит. Полиция. Какая приходит разница? Полиция, ОМОН. Давайте не будем цепляться за слова. Приходит полиция, закрывает бизнес. Закрывает бизнес. По сути, это правильно. По сути, это правильно. Но мы почему называем это нерабочими днями? Почему у нас в этот первый день нерабочий продаются шашлыки, продаются вся Тверская область забита, все водоемы сидят, шашлычники жарят шашлыки. Ну что это такое? Мы в каком, соответственно, вообще, в каком секунду, режиме? Я с вашего позволения продолжу свою мысль. Значит, то, что противоэпидемиологические мероприятия нужны, в этом никто не сомневается. Главное, с вами то, что они должны быть жестче. Есть такая позиция. Да, несомненно, это большой удар и по предпринимателям, и по государственному бюджету. По разным оценкам, ну в среднем, да, одна неделя нерабочая для ВВП стоит 900 миллиардов рублей. Аналогично это стоит, естественно, и федеральному, и региональному бюджету в виде недополученных доходов. Но это жизненно необходимо, иначе у нас ситуация выйдет из-под контроля. Мы это понимаем с вами. Это позиция первая. Позиция вторая. Мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в ситуации пандемии никто никогда не разрабатывал. Это все прекрасно понимают. Механизмы, которые запускаются сейчас, вот сию минуту, они рассчитываются на период поддержки предпринимательства реально не полгода, а 2-3 месяца. На случай, если вот это у нас кризисная ситуация, продлится 2-3 месяца. Если ситуация будет выходить за рамки этого временного периода, соответственно, будут новые меры поддержки. Мы с вами видим, что эти новые меры поддержки вводятся, не дожидаясь того, что там уже мы полгода в рецессии находимся. В этой связи как раз... Антон, буквально секунду. Здесь вариантов предложений,
поддержки предпринимателей, которые мы видим и от Института уполномоченного, и от объединений бизнеса, и от частных предпринимателей, звонки которых поступают к нам на горячую линию в постоянном режиме, вариантов множество, гигантское количество. Начиная от налоговых каникул, продолжая полной отменой арендной платы, в том числе коммерческой, продолжая отменой всех долгов перед кредитными учреждениями, мы должны с вами понимать здесь две вещи. Первое. Государство не может принять решение по целой массе вопросов. Государство не может простить от лица банка коммерческого долг предпринимателя. Нет такого механизма. И самое главное, вот у нас в государстве сформирован определенный резерв. Как мы с вами понимаем, каждая мера государственной поддержки, прежде всего налоговые каникулы, полная отмена, это будет стоить средств на федеральном бюджете настолько много, что под вопрос могут встать уже социальные обязательства государства, которые государство на себя берет в повышенном объеме сейчас экстренно. Поэтому вопрос отмены налогов, он встанет на повестку дня в случае, если экономическая ситуация реально будет угрожать национальной экономике. Вы знаете, здесь действительно есть такой один очень лукавый момент. Самое главное, вот надо определиться в дефинициях. Вот мы говорим каникулы налоговые или там еще какие-то каникулы, послабления для бизнеса. Надо понять, что мы делаем. Либо мы бизнесу, как говорится, на эти там, допустим, пока 6 месяцев, да бог с ним, 3 месяца, потом добавить еще 3 месяца, ну на какой-то период определенный, прощаем, условно говоря, арендные платежи, налоги, они не платят, допустим, там ЕНВД, НДС не платят. Прощаем и забываем, это один вопрос, а другое дело мы отсрочиваем. Здесь возникает тогда, если прощаем, все понятно, да, то есть как бы все не работаем, все замерли, все, через 3 месяца или там 6 месяцев все кончится эта эпидемия, возвращаемся к исходной точке и начинаем все работать. Это один момент, хотя мы понимаем, что все равно кто-то будет вырабатывать электроэнергию, и это тоже бизнес, тоже с ними как-то надо рассчитываться, что кто-то будет производить там тепло и так далее. Но это, как говорится, тоже нужно говорить конкретно кому-то. Другой момент, если мы говорим, что это отсрочка налогов, тогда возникает вопрос. Смотрите, например, полгода человек не работает, ну, предприятие не работает, да? Допустим, у него там 100 человек работников. Ему отсрочили вот эту уплату налогов. У него копятся за эти полгода налоги, плюс ему, допустим, отсрочили до конца лета. Еще у него там 3 месяца копятся. Вот с чего он будет платить вот эти налоги? Не получится так? Сейчас я вам дам возможность ответить. Не получится так, что мы ему просто сказали, что мы тебя убьем не на этой неделе, а через месяц. Вот так вот. Так именно так ситуация. Это и получается. Именно так это давайте получается. Вот Михаил, я вижу, что у него есть ответ на этот вопрос. Значит, пункт первый. Да? Как формируются налоги? Да, если это упрощенная система налогообложения, то это доходы минус расходы или по доходам. Если бизнес не ведет свою деятельность или тем более терпит убытки, значит по упрощенке у него автоматически ноль. Да? Все остальные налоги точно так же формируются от прибыли, от оборота. Соответственно, просто так говорить «ах, налоги», ну мы должны с вами понимать, что налог, он в общем-то происходит от деятельности организации. Нет деятельности, как правило, нет налогов. А зарплату платить не надо за эти полгода? Да, а с нее налоги секунду. Мы с вами путаем. Да? Я начинаю говорить про налоги, вы говорите, а зарплата? Давайте я про налоги. Я скажу про зарплату, вы скажете, а электричество? Все правильно? Если позволите, я просто-напросто закончу свою мысль. Да, и даем слово Антону Владимировичу. Соответственно, вот по мере появления проблемы она решается. Запускается соответствующий механизм. Вы видите, что меры поддержки новые объявляются и реализуются фактически в ежедневном режиме. Мы, кстати говоря, у себя на сайте формируем дайджест последних новостей по теме государственной поддержки и государственного регулирования предпринимательской деятельности. Мы вносим в него изменения 3-4 раза в день. При этом мы туда не вписываем ничего в виде проектов и фантазий. Очень здорово, хотя, честно говоря, вот распоряжение, что мой бизнес вносит в свой дайджест какие-то изменения, но большинство предпринимателей оказались не ознакомлены с распоряжением о плане. Оно потому что не опубликовано, а только в рекламном виде на мой бизнес. Ну, потому что в полном виде, как распоряжение, как нормативный акт, с ним ознакомиться оказалось за всю прошлую неделю проблематично. И все предприниматели у меня спрашивали, а где почитать, кого будем поддерживать? А где понять вообще, кого касается, кого не касается? Теперь два примера. Хотите про налоги.
что в момент поступления решаются проблемы. В прошлом году было понятно, сейчас ленивый не ругает аптеки, все, что они такие негодяи, там что-то накручивают, какие-то расценки. В прошлом году было понятно, мы в вашей студии обсуждали, что аптеки первые идут под нож, потому что их лишают в миненке. В 18 раз у них расходная часть по упрощенке изменилась. Никто не услышал. Мы в декабре просили и федеральный орган власти, и региональный. Примите, как Дальневосток умно поступили. Они взяли и сделали им упрощенку 1%. Приняли закон региональный. Мы в январе направили и в адрес исполнительных органов законодательных сами этот законопроект. Маркированные товары, это аптеки, там обувь и другие. Это же дополнительная нагрузка. Никто не захотел слышать, и сейчас в мерах поддержки этого нет. Потому что поэтому не надо удивляться, что каким-то образом в услуге это отражается в том числе на потребителя. Где взять деньги? И второй пример по налогообложению, как действительно можно вводить или не вводить. Но вот мне даже не по налогам, нет, по налогам много сегодня сказали, про коммуналку. Вы сказали и вы, да? Отлично, да, энергетикам нужно платить. Ну, например, если мы откроем действующие договоры с энергетиками, то они забирают деньги три раза. Да, это так. 30%, 40% и остаток. Мы предлагали эту меру поддержки. Ничего здесь сложного нет. Ребят, ну давайте вы, как все, как весь мир, будете брать средства раз в месяц. Оказали услугу, поставили коммунальный ресурс, получите. Где сейчас малым предприятиям три раза авансировать эти промежуточные платежи? Я вообще не понимаю. Вообще выступал специально, в вашей студии подтверждал на правительстве с этим предложением. Это тоже не вошло. Это вот как раз из расчета того, что реально нужно и о чем говорит бизнес. И что мы в дайджесте публикуем. Понимаете? Две большие разницы. Две большие разницы. Поэтому очень круто, что меры дополняются. Губернатор сказал, что действительно будет второй пакет поддержки предпринимателей. И насколько гибко органы государственной власти подойдут к этим изменениям, насколько быстро депутатский корпус подхватит. Ведь принято решение, товарищи, неделю назад снизить коэффициенты по вмененке на 50%. Это было наше предложение. Оно вошло в антикризисный план. Покажите мне хоть одно муниципальное образование, которое уже сейчас собралось с депутатским корпусом и принимает это решение. Ни одного нет. Зато все главы бегают там, извините, ловят каких-то там, кто торгует там из окошка или там дистанционно не соблюдает там цветы и прочее. Вот чем все заняты. И третий пример, что надо действительно принимать меры по ликвидации там, распространения вируса. Вот конкретный пример. Можно поступить как в Карелии и субсидировать расходы предпринимателей на обеззараживание, на те же маски. А можно как в отдельных регионах, не буду показывать пальцем, где написать строчку, что оказывать содействие, то есть рекламировать по 40 рублей эти маски для предприятий. Да, тут две большие разницы. Мы об этом говорили, это нашло поддержку, но почему-то в бумаге отражения не нашло. Очень странно. Давайте, товарищи, все-таки действительно расставим приоритеты. Если угроза есть, если вирус распространяется, жители у нас дисциплинированные, сидят дома, предприниматели несут убытки, даже идут на то, что они на каникулах и так далее, хотя не всех это коснулось и касается. Давайте поддержим предприятия. Это те самые операционные и постоянные издержки. Предприятие в 100 человек промышленное, которое, кстати, в том числе и может работает, помогая там, да, бороться с распространением вируса, помогая федеральным коллегам, оно по 300 тысяч рублей должно тратить на одноразовые маски, чтобы просто работали люди в пищевом производстве, еще где-то. Мы им не помогаем. Мы реально им не помогаем. А мы говорим, что давайте мы вам это введем там режим какой-нибудь новый консультирования, там, да, или еще отсрочку вам дадим через 5 лет. Сейчас, кстати, нужно. Вот по поводу эффективности вот этих мер поддержки. Вот смотрите, здесь совершенно верно. Михаил сказал, что мы не можем перекладывать, например, за счет другого бизнеса, например, говорить другим бизнесменам, что мы вам понизим там, ну, банковский сектор, да, уменьшим налоги, потому что за это должны будут расплатиться другие бизнесмены, банкиры. Или уменьшим, например, тарифы на электроэнергию, потому что это, ну, ляжет на плечи энергетиков, энергопроизводителей. Но
Давайте, прежде чем я задам вопрос, дадим возможность нашему аудитории задать вопрос. Мы обязательно продолжим. Мы слушаем вас. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Говорите. Ну, что-то не готов. Можно про банки я прокомментирую? Вот я как раз хотел. Может, мы Оксану сейчас подключим, да. И вы тоже подключитесь. Алло. Да, слушаем. Вот звонок пробился. Добрый день. Меня Владимир зовут. У меня не вопрос. У меня, ну, такое некое предложение по поводу арендных платежей. Вот для малого бизнеса сейчас это самая больная тема. Просто сейчас нужно вводить вот некий форс-мажор, да, и отменять просто арендные платежи для предпринимателей. Соответственно, тем людям, кто сдает в аренду, это тоже бизнес, да, им надо отменять все затраты по содержанию данных предприятий, ну, своих там складов, офисных комплексов. Соответственно, тем, кто обеспечивает эти здания, вот им уже конкретно надо просто доплачивать за электроэнергию, за подачу, да, за, так сказать, тепло и все остальные там коммунальные услуги. Вот это будет реальная помощь. Владимир, в каком МУПе вы работаете? Что? В каком МУПе вы работаете? Я не в МУПе работаю. А где вы работаете? Я частный предприниматель. Частный предприниматель. Спасибо. Ну, понятно. Понятно, что здесь целая цепочка. Вот, кстати, тоже касается вот этого. Ваше предложение услышано. Мы сейчас это обсудим. Я вижу, Михаил уже есть чем прокомментировать. Оксане я хотел задать вопрос. Вот смотрите, то, что нам сейчас предложили. Главная проблема-то сейчас какая? Это, в общем-то, не конкретный, вот просто какое-то безликое рабочее место сохранить, а сохранить так, чтобы этот человек потом вышел, обратно на него, во-первых, был, не был уволен по максимуму, да, а потом вышел и продолжил на нем работать. За этим человеком стоят живые люди, семьи, дети. И так далее. Что для этого делается? Понимаете, вот нам объявили каникулярную, эту условно, неделю самоизоляции, недельную, да? Но из-за нее кто-то должен заплатить. Понятно, что в основном заплатить должны предприниматели. Мы вчера встречались, кто смотрит внимательно нашу программу, встречались с одним довольно крупным предпринимателем в Тверском регионе. Он сказал, условно, у меня работает 100 человек. Какая сейчас схема действует? Для того, чтобы ему компенсировать на полгода вот эту зарплату, выдать беспроцентные кредиты, ну там субсидирование процент по кредиту, фактически это бесплатный кредит, да, выдать на выплату заработной платы. Ему предлагается там, ну есть схема МРОТ, умножается на минимальный размер оплаты труда, на количество работников, месяцев, и получается, что он получит, мы с ним посчитали очень быстро, что он за эти при условно средней зарплате в 40 тысяч, он получит примерно на полтора месяца фонд оплаты труда, на полтора месяца, а не на 6 месяцев. Это первый вопрос, насколько это эффективно. Второй вопрос, а если действительно этот человек не обслуживается, если у него нет счета вот конкретно в том банке, где зарплатного вот этого счета, проекта зарплатного, да, как быть ему? И как быть, с другой стороны, тем банкам, которые не участвуют в этой программе? Они что, получается, что какие-то другие банки получат преимущество в этой программе? Ну, Дмитрий, данное мероприятие – это тоже как некий вот механизм, который, как вот все вышеизложенные, носит пока что теоретический характер. Правильно, да, отметили все, что да, с такой ситуацией мы не сталкивались никогда. Характер теоретический, только премьер России сказал в понедельник, что действовать он должен начать уже на этой неделе, вот вчера. Да, он уже начал. Да. Ну, он, и на не самом теоретически, деле, а практически. Да, он уже начал. Но практически он на 100% все равно не включился. Ни как один мы пока знаем, еще, да? Ни один еще не получил пока да. денег у нас. И в этом участвуют, как пилотные проекты, насколько я знаю, два государственных банка, да, самых крупных банка. И, ну, по крайней мере, такая информация была. Все банки-держатели зарплатных проектов будут участвовать и получать средства из бюджета на данную программу. Давайте только уточним, кого это касается. Это касается как раз-таки организаций. 9 отраслей, которые наиболее ограничены. Естественно. Из этих 9 отраслей 3%, которые подпадут под этот зарплатный проект, у кого был открыт зарплатный проект до 1 января. Все. Почему 3%? Все. Потому что я привел пример. Человек занимался фитнесом с другими, человек лечил зубы, человек, не знаю, продавал пирожки на рынке, еще что-то. Если это конкретный человек, то 500 тысяч рублей без обеспечения оперативно выдаются фондом содействия кредитования. Это называется ты умрешь не сегодня, а через 6 месяцев. Давайте мы не будем путать. Если мы берем кредит в банке, в любом случае его необходимо возвращать. Вы знаете, почему бизнес и власть говорят на разных языках? Потому что власть говорит, вот я прям записал себе о выпадающих доходах, а весь мир и все люди сейчас поджимают расходы. Поджимают расходы, как только можно. А власть говорит, а у нас выпадающие доходы. Нам надо посчитать, сколько у нас будет выпадающих доходов. Вы не оцениваете, сколько
сколько дополнительных расходов. Я, во-первых, про выпадающие... Вы сказали, это прям я записал по вашим словам. Значит, а мы не считаем дополнительные расходы государства? Мы не считаем этого? Давайте только сравним с действующим профицитом, который в отдельных регионах присутствует. Давайте сравним. Давайте, я предлагаю, что я предлагаю? В следующий раз собраться, и вот предприниматель, который получит этот на зарплату кредит, нам расскажет, как он его получил. По состоянию на сегодня, во-первых, это касается 9 отраслей, а во-вторых, знаете, что он получит? Он получит ухудшение своей кредитной истории. Вот. Я вам хочу как сказать, он будет возвращать этот кредит? Вот. Так это еще не все, подождите. Я не хочу это сейчас разносить и критиковать. Я просто вам говорю, что говорят предприниматели. Я не предприниматель, я их послушал, умных людей, адекватных предпринимателей, успешных, которые многие годы действуют. Они уже сейчас, как черт от ладана, от этого проекта начинают шарахаться медленно и постепенно. Конечно. Почему? Потому что сейчас у нас будет звонок, я вас предупреждаю. Почему? Закончу мысль. Потому что они говорят, смотрите, когда нам дадут эти деньги, банк включает механизм строгого, неукоснительного наблюдения за тем, как они растут. Как только мы одного человека сократим, а вдруг ситуация будет ухудшаться экономически. Все, тут же ты должен эти деньги назад вернуть. Так, в обязательстве нет. Как нет? Это мы нет. Все это изучали, этот момент это прописано. Ладно, давайте мы это уточним. Сейчас дадим возможность нашей аудитории высказаться. Слушаем вас, задавайте ваши вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Ниловна. Я хотела бы на следующем сосредоточиться. Поскольку это касается всей планеты Земля, может быть, что-то полезного из зарубежного опыта сегодняшнего дня можно взять и распространить у нас. Может быть, это возможно. А может быть, нужно отторгать. Спасибо, Ольга Ниловна. Услышано. Адол Ларьевич, я вижу, что вы хотели арбитром выступить в этой форме. Я Владимиру хотел ответить. Он задал вопрос. Ответьте. А вот, может, он предложил ответ. Он, да, внес предложение. Предложение интересное, но оно повлечет за собой массовые неплатежи по всей цепочке. Поэтому мне кажется, вот Ольга Ниловна предложила зарубежный опыт. Давайте мы, тверские люди, используем опыт наших зарубежных соседних регионов вот по арендным платежам. Например, например. И мы это предлагали, кстати. Это бизнес предлагал 20 марта предлагал. Все-таки скорректировать ставки по имущественным налогам, в том числе для физических лиц, потому что индивидуальных предпринимателей это касается. И это могут сделать органы местного самоуправления, и это не огромные деньги. Раз. И второе, пойти навстречу тем организациям, которые как арендодатели выступают, раз вот Владимир спрашивал про арендаторов, чтобы они сохранили своих арендаторов, пойти им навстречу в том числе по корректировке кадастровой стоимости, по корректировке платежей имущественных налогов. Это конкретный механизм, в Москве он введен, я думаю, он сработает. Вот. Что касается, вот, ну, скажем, из дополнительных мер, все-таки мне кажется, что нужно расширять перечень пострадавших, скажем так, от воздействия вируса отраслей, и не допускать дополнительных ограничений экономической активности, если может быть обеспечено санитарное и эпидемиологическое благополучие. Пример вам приведу. У нас в Тверской области все частные клиники, да, закрыты на неопределенный срок. Но, товарищи, мы же понимаем, куда пойдут эти люди, которые ходили в частные клиники. Это нагрузка на государственную систему здравоохранения. И если, не дай бог, произойдет там что-то с распространением вируса, то ей будет очень сложно справиться. Это раз. И второе, стабат-кабинеты. Но они и так без кризиса работают, обрабатывают, в отличие от обычных больниц, где только пол моют. Они и так в противовирусной обстановке, Роспотребнадзор прекрасно это знает. Они работают, там и потолок, и стены моют, и все оборудование, приборы. Это частный бизнес. И мне кажется, что можно было бы их потенциал, как президент сказал, задействовать частной медицины, в том числе там, для лабораторных исследований, да и чтобы просто потоки людей развести. Раз все-таки он так распространяется, перепрыгивает с человека на человека, надо максимально очереди убрать. А сейчас у нас второй день, идет отчетная кампания. И люди потихоньку мелкими перебежками идут отчеты сдавать. Тех, у кого нет электронной цифровой подписи, это предприниматели и НКО, некоммерческие организации, ко мне тоже обращаются. Где один человек, там общественная организация, нулевой отчет. Многие идут навстречу, там Росстат, там с ФСС мы сейчас обсуждаем. ФНС не принимает отчеты до 6 числа. Но это опять же отсрочки, они ничего не дадут. Нужно, я сегодня Титова об этом просил, надеюсь, на федеральном уровне будет принято решение, написал всем письма.
на 3, может быть, даже 6 месяцев с отчетами повременить. Вы представьте, 10 тысяч человек с 1 по 20 апреля вот так вот по инстанциям будут ходить, бухгалтерские работники. Да это просто лучшая среда для распространения. Не надо сейчас, не надо. Если нет необходимости, если введут новые системы верификации, как-то идентификации предприятий, организаций, по электронной почте, я не знаю, там, госуслуги, но без этих ЭЦПшек, без каких-то, там, с паспортом, с электронной почтой руководителя, все можно сделать, при желании, все. И это вообще для бюджета ничего не стоит. Это чисто регуляторика, это чисто управленческие решения, которые можно, и они очень необходимы. Коллеги, прервемся буквально на несколько минут и уже будем подводить итоги нашей программы. Что делать малому и среднему бизнесу в этой просто шоковой ситуации? От 50 до 80% уже сейчас предприятия теряют своих доходов. Ну и такой удар, конечно, многим уже не позволит потом встать на ноги. Это уже совершенно очевидно. Многие просто от него, что называется, не придут в себя. Что делать в этой ситуации? Сегодня мы говорим в студии с экспертами. И сейчас я каждому просто под завершение программы дам по 30 секунд буквально, чтобы кратко сформулировать свою позицию. Давайте начнем с вас. Михаил Окороков, координатор проекта «Мой бизнес» в нашем Тверском регионе, пожалуйста. 30 секунд пошло. Значит, первое. Государство считает одной из ключевых задач сохранение малого и среднего бизнеса в текущей ситуации. Для этого сформирован первый пакет мер поддержки на федеральном и региональном уровне в Тверской области. Мы свели всю эту информацию, она доступна на нашем сайте мойбизнес69.рф. Мы готовы и принимаем звонки на горячей линии 8 800 200 ровно 1169, отвечаем на вопросы по действующим мерам поддержки и принимаем предложения. Сейчас действительно есть задача запустить и наладить предоставление существующих мер поддержки и одновременно разрабатывать второй, третий пакеты поддержки предпринимательской деятельности, исходя из развития ситуации. Спасибо. Оксана, как вы считаете, вот эти меры поддержки, можно ли считать действительно эффективными? И почему вот такая возникает коллизия между предпринимателями и теми, кто предлагает и разрабатывает эти меры поддержки? Безусловно, эти нужные меры поддержки, и без них мы никак не справимся с сложившейся ситуацией. Но я считаю, что все-таки они на сегодняшний день оторваны от реальности, от конкретных предпринимателей. На мой взгляд, необходимо, чтобы эти меры поддержки были более дифференцированы, ну, например, в зависимости от отраслевой специфики конкретного бизнеса. Все-таки мы понимаем, что каждый вид бизнеса, он имеет свои особенности и свои препоны в сложившейся ситуации. Поэтому здесь, мне кажется, нужно в первую очередь отталкиваться от реальных проблем, с которыми сталкиваются сегодняшние предприниматели, и те меры, которые предлагает государство, на которые готовы тратить деньги, были именно вот нацелены на конкретные очаги проблем. Спасибо. Юрий, задаю я вопрос предпринимателю в сфере бизнеса, которого бизнес в сфере туризма находится, в сфере, которая наиболее пострадала. Что вам необходимо сегодня в первую очередь для того, чтобы выжить в этой ситуации и остаться на ногах? В первую очередь нужно помогать даже не бизнесу, который так или иначе выгребет. Нужно помогать людям, которые остались без работы. Вот это в первую очередь. Вот звонок слушателя был, слушательницы, которая сказала, что нужно использовать мировой опыт. Все цивилизованные страны впервые платят зарплату людям, которые остались без работы. Все цивилизованные страны. 80% дохода, 50% дохода. Нужно помогать людям. И вот еще одну маленькую ремарочку хотел сказать. Не бизнесу, а людям. Да? А еще одну маленькую ремарочку хотел сказать что, по поводу реальных мер поддержки. Реальные меры поддержки, которые я получил от своих сотрудников, которые согласились работать либо без денег, либо с 50% дисконтом. Вот от кого я получил реальную поддержку. А не от государства. От государства, кроме деклараций, кроме каких-то объявлений, заявлений и прочего, я ничего не получил. Вот и все. Антон Владимирович, ваша позиция понятна. Антон Владимирович, вы хотели сделать какое-то объявление. Ну, бизнесу желаю держаться изо всех сил, органам власти слышать и учитывать предложения предпринимателей, в том числе и по дополнительным мерам поддержки. А мы, наш институт по всей стране запускает сейчас правдивый мониторинг собственников и руководителей предприятий, как у них изменились обороты, каким образом и какие они испытывают трудности. В ближайшее время мы с респондентом направим эти анкеты для того, чтобы наш федеральный центр тоже получал объективные данные.
Ну что ж, спасибо. Этот разговор, конечно, еще будет продолжен, будут продолжаться и меры поддержки. Мы верим в это, мы на это надеемся. Главное, что состоялся вот этот диалог, пусть он в режиме полемики, но он состоялся. Диалог между бизнесом, между властью, между обществом. Это сейчас очень-очень важно. Максимальная информированность, максимальная открытость. Нужно говорить и слышать друг друга. Это самое главное. Поэтому мы обязательно продолжим этот разговор. Следите за нашими эфирами. Всего вам доброго. Не болейте, берегите себя и своих близких.